своей деятельности активисты области не только рассказывали, но и показывали результаты своей работы. Все эти модели самолетов, например, сделали участники станции юных техников. Своими будущими проектами поделились и участники форума «Иволга». Напомним, уже завтра 180 ребят из Оренбуржья отправятся в Самарскую область. На молодежном форуме они презентуют свои проекты, победители получат гранты на их реализацию. Я знаю несколько примеров, когда люди выигрывали грант для того, чтобы почистить колодец в своем муниципальном образовании, чтобы установить велопарковку, для того, чтобы провести тот или иной детский праздник или молодежный праздник. Иволга не единственный форум, где будут принимать участие оренбуржцы. Этим летом наш регион и сам примет делегатов из 90 стран. В Оренбургской области пройдет первый Евразийский молодежный форум.